стопроцентная готовность. Еще один объект Министерства обороны России на Баковке полностью готов к отопительному сезону. Газовая котельная была построена в 2013 году, оснащена современным оборудованием. Данная котельная у нас вырабатывает тепловую энергию, производит отопление и горячую воду. Подает на объекты Министерства обороны и на объекты социальной инфраструктуры. В частности, мы отапливаем более 11 объектов Минобороны и здесь порядка 8 жилых домов. Подготовка к новому отопительному сезону была основательной. Специалисты филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны России по Москве и Подмосковью провели комплексные работы по плановому ремонту и сезонному обслуживанию оборудования. Испытали на плотность и герметичность тепловые сети, отработали свои действия в случае аварии. Было подготовлено более 140 объектов. Это в том числе было подготовлено порядка более 500 километров тепловых сетей. Также было подготовлено у нас более 100-150 объектов водоканализационного хозяйства, сетей водоснабжения больше 400 километров и более 400 километров сетей водоотведения. Около 3000 объектов филиала к холодам готовы, а это значит, что 260 военных городков будут обеспечены коммунальными ресурсами в полном объеме. Новый отопительный сезон должен пройти безаварийно. Татьяна Верняковская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».